Теперь разгулявшиеся коты. У нас коты-путешественники. Черный кот Лава, помесь бомбейской породы. Он приносит удачу Робину Скотту Джонсу. Вместе они проехали 48 штатов и большую часть Канады. Я люблю Лаву, потому что он везде путешествует со мной. Лава не единственный кот в рейсе. Вот, например, полосатый путешественник. Китти. Вся его жизнь приключения. Вместе с любителями походов Китти прошел более 9500 километров от Луизианы до вершин Южной Америки, устанавливая новые рекорды путешествующих кошек. Когда в следующий раз возьмете такси в Вест Палм Бич, Флорида, поищите Рэмбо. Когда-то бездомного котенка Рэмбо взял к себе таксист Дон Саммерс. Рэмбо быстро привык к жизни в такси. Сегодня для него нет ничего лучше, чем щедрые чаевые коту и ощущение ветра в усах. Однако некоторым недостаточно твердо стоять на земле. Эти летающие кошки привыкли к небу. Это второй пилот Айрис, спокойная бенгальская кошка, наслаждающаяся видами с высоты однодвигательного самолета. Как и все кошки, она любит высоту и всегда приземляется на лапы. Есть только одна кошка, удачно путешествовавшая в котосфере. Этого храброго астронавта зовут Фелисет. В 1963 году она преодолела 150 километров внутри французской ракеты. Затем вернулась на Землю в капсуле живой и невредимой. В честь нее была создана марка. Путешествуют ли они по земле, воде или по воздуху, эти авантюрные пушистые шарики радуют нас везде.